Всем привет, вы с вами, как всегда, Влад, вы на моем канале. Так. Ну да, это стик про Legacy, какие-нибудь типа ходи квесты, ничего нового. Покачали все, что надо. Я спанил. То есть нам сейчас надо сделать мага. В смысле, не говорю ничего насчет этого. Точно, я же кнопку нажал. Так вот. Быстрее! Мак. Пожалуйста, мак. Быстрее! Успели мага сделать. Зря мы его прокачали, конечно. Я буду просто в стороночке стоять. Ничего не делать. Чего вы там стоите, ждете? Я вас жду, а вы тут. Во, наконец-то хоть маг. Хоть золото на мага накопили. Надо бы их раньше, чтобы сохранить. Ну ладно. Ну как есть, так есть. Нет. Ну, что пишешь? Блин, замесмысл вообще не работает. Его их за это игру. Зомбики! Вы не готовы! Я на вас сейчас я смотрю! Вы не готовы! Сборище зомби! Скажите, то что вы на выступить, окей. Потом призываем черного мага. Куличи, зомби. Да? О, вовремя. Я просто думаю просто так. Это использую. Что? Большой маг? Не позволю. Большие сложники, большой маг, маленький зомби, этому нет смысла. Опять большой маг. Подходим.
Успели оттолкнуть? На, я вас тоже спас. Почти спас. Сами справляются. 10 магов. 3, 4, 5. Шестой бегает, и он там седьмой. Мэрик, которого нужно сразу истребить. Истребителем. Э. 51 человек в команде. Ну, еще заполнено, потому что это самое. У нас не 10 магов, а тут зомбики бегают. Я тоже зомби. Кстати, реальное ощущение, как будто я зомби. Смотри, кто поставил руки. О! Минус Мэри. А дальше все остальное. Первый квест. Я понял, мечников нету. Значит, приходится использовать немного другое силу, как говорится. Подходим. Мечники, чё спамит? Мечники чушпаны. Нам не дошли, но... Слушайте. Не знаю, зачем я это сделал, но значит так надо. Я сброшу ядерную бомбу, но причины этому нет, просто захотелось. Зачем они спрятались в башню? Ну, как говорится, за того лучника и двор стреляем в упор! Я отвлекаю, вы стреляете. Attack!
кто-то, походу, испугался. Давайте быстрее. Делайте это как можно быстрее, лучики, пожалуйста. Блин, у меня нет времени, быстрее. Ладно, буду их подстраховывать. Будут еще полеть, например, опять от меня. Что это? Что это за машина? А, я знаю, как я уже. Я уже продумал, как я. Я уже только что придумал, как я буду это побеждать. Это огромное чучело. Давай! Давай, давай, нападай! Подходи! Подходи, гигант с размером с грифона! О, капец, он быстро бьет! За того лучника! За тех лучников! Потому что у нас же двое лучников подкинулось. Давай. И добиваем. Пам. Пим. Пам. Пим. Пам. Пим. Пау. Блин! Вам было просто ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока!